27 ноября в спортивном комплексе «Олимп» состоялся 30-й турнир по баскетболу среди юношей 2006-2008 годов рождения, посвященный памяти Александра Невзорова, погибшего при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан. Эти соревнования – традиция. Она появилась по инициативе коллектива школы, в которой учился Александр Невзоров. И сегодня учредителями и организаторами турнира являются Имийский сельсовет, акционерное общество «Имийская» и «Имийская школа». На соревнования приходят всегда мужчины, на чью юность пришлись нелегкие испытания войной в Афганистане или военным конфликтом в Чечне. Сегодня у нас происходит здесь турнир юбилейный 30-летию, посвященный памяти нашего боевого товарища Александра Степановича Невзорова, который погиб в 1983 году в Республике Афганистан, выполняя свой интернациональный долг. В этом помещении, вот в Олимпе, который находится в поселке Курагино, мы проводим первый раз в этом помещении. Помещение просторное, хорошее. На открытии турнира от имени руководства района его участников поприветствовала заместитель главы района Татьяна Родькина. В соревнованиях приняли участие только 3 команды. Из-за погодных условий не смогли приехать ребята из Краснокаменска. Илья Завтонов из Имийской школы впервые играет в зале «Олимп». Нравится все. Спортзал замечательный, большой, просторный. Как видите, всем нравится. Раздевалки отличные, душевые, туалеты. Вообще просто бомба, честно говоря. Для зрителей вообще отлично сделали. Ни тут скамейки, ничего не поселили. Сделали второй этаж. Вот, люди садятся, всем нравится, вообще круто, очень круто. Денис Черепанов из Рощинской школы, так же как парень из команды соперника, оценивает возможность играть в новом зале. Второй день уже здесь играем, нравится, вон команда счастливая, всем нравится. Покрытие хорошее, пол не скользкий, как у некоторых школах бывает, там деревянный. В общем, все хорошо, нравится очень. Не посрамили памяти своего земляка ребята из Имийской школы и заняли в соревнованиях первое место. Тренирует команду Павел Пачин. На втором месте команда Ирбинской школы, тренер Святослав Земцов. На третьем месте Рощинская школа. Александр Вагнер тренирует эту команду. Лучшими игроками признаны Максим Пузанов, Дионисий Черепанов и Александр Федоренко.